Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такую вот повязку челму, девчонки, очень популярную, но я долго ее не вязала, дочка меня просила, но я хотела найти способ, как ее связать так, чтобы не нужно было сшивать. То есть у меня вот здесь вот шов только на затылке, здесь швов нигде нету, она связана, вот видите, она связана двойная, но без шва. То есть метод нашего, кто помнит, перчаток и варежек. На двух спицах, без шва. Адаптировать вы можете на любую пряжу и на любой объем головы. Очень легко корректируется. Ширина легко корректируется. И, соответственно, размер легко. Вы можете связать абсолютно на любой размер, из любой пряжи и любой ширины. Все, начинаем. Для, девчонки, для работы я взяла вот эти вот нитки. У меня остались от кардигана Zara. Вот, 50 граммов, 112 метров, 100% акрил. Вот этот вот, который у меня антипилинг. Вот. Но это не принципиально, девчонки. Тут я никакой привязки на пряжу не будет. Так, значит, и кусочек вспомогательной нити, на которой три спицы носочные, вот они. Набираю петли на вспомогательную нить и не затягивая, чтобы потом легче было собрать эти все петли. Так, одна, таким вот образом, два, три, четыре. Так, у меня 20 петель, девчонки. Здесь вы можете корректировать в зависимости от того, какую ширину повязки вы хотите. Так, вязать я буду вот этой вот нитью с первой петли, начиная с первой петли. Так, то есть у вас может быть больше, чем 20 петель. Возможно, вы возьмете тонкую пряжу, да, и будете вязать ангорой. Пожалуйста, никакой, я же говорю, опять же, никакой привязки на количество петель нету. Я вяжу из 20 петель. Вот это количество петель и будет шириной нашей повязки. Так что вы на начальном этапе уже определите вашу ширину. Вяжем чулочной гладью, кромочной, изнаночной. Вот я провязала первый ряд, конечно, оно здесь распускается, но ничего страшного, нам так и нужно, чтобы потом хорошо, чтобы потом собрать эти петли. Так, лицевой ряд я провязала, теперь изнаночный, изнаночными петлями и так далее. Чулочной гладью я продолжаю вязать какое-то время, сколько я вам сейчас скажу, где-то сантиметра 4. Продолжаем чулочной гладью вязать этот отрезок. Так, вот смотрите, я провязала. Сейчас я вам измерю, сколько, и скажу, сколько рядов. 5 сантиметров я провязала, почему-то решила, что 4 мало. Раз, два, три, шесть, семь, 16 рядов я провязала. Теперь мне нужно одеть вот эти вот петельки. Вот они, видите, на спицу. И снять вот эту вспомогательную нить. Берите нить контрастную, чтобы было хорошо видно. Вот видите, здесь вот видно, эти серенькие я одеваю, а розовые я просто сейчас туда. Так, и последнее. Всего их у меня здесь получится 19, потому что мы одеваем вот эти промежуточные. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, как я и говорила. Так, теперь мне нужно убрать вот эту розовую нить. Я это делаю вот так вот, я ее просто прорезаю. И вытаскиваю потом
Можно, конечно, я думаю, эта нить уже никому не нужна, чтобы ее сохранять. Вот таким вот образом я ее удаляю. Остается полотно, которое одето на две спицы с обеих сторон. Так, теперь что забыла сказать, здесь мы заканчиваем вязание, вот лицевой ряд провязали, изнаночный не провязываем. Вот здесь у нас было вязание, здесь петельки мы одели. Теперь складываем вот таким вот образом. Кто вязал перчатки, варежки этим способом, я думаю, вы уже догадались. Вот. То есть впереди у нас получается та спица, которую мы сейчас набрали петли со вспомогательной нити. Теперь первым делом первую петелечку мы переснимаем с задней спицы. Вот теперь у нас этих изнаночных не будет. Поверните ее на лицевую сторону. И провязываем одну лицевую с передней спицы. С задней спицы переснимаем, с передней провязываем. Переснимаем, провязываем, переснимаем. Очень аккуратно спицы, петли с задней спицы ни в коем случае не провязываем. Вязать мы будем методом полой резинки сейчас. Сейчас мы просто переодеваем эти петли, далее продолжаем полой резинкой. То есть двойное полотно без шва. Так, и в конце одна петля, которую мы пересняли. Вот, все, мы одели полотно. Вот смотрите, у нас здесь дырка получается, через которую мы будем эту челму делать. Вот, и нить, которая у нас осталась. Ее я завязываю вот здесь вот узелок. Так, и фиксирую. Далее мы вяжем. Значит, первая петля, она у нас не была провязана, значит, мы ее провязываем. Далее петлю снимаем. Видно, там, где у нас петля идет с заднего полотна, мы его просто переснимаем. Петлю, которая идет с переднего полотна, мы провязываем. Вот оно видно, что петля с заднего полотна идет. Мы ее снимаем, нить перед петлей. Лицевую петлю провязываем. Чередуем лицевая, а вместо изнаночной петлю снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем не провязанной. То есть в работе у меня сейчас 39 петель, 20 петель я набирала, 19 подняла. Так, последняя петля, провязываем лицевой. Поворачиваем работу. Если петля провязана, мы ее просто переснимаем. И далее вяжем по узору. То есть если лицевую лицевой с переднего полотна, изнаночную с заднего полотна переснимаем. То есть меряем обхват нашей головушки и ровно половину вяжем. Вот таким вот способом. Так, последняя петля у нас переснята, значит, здесь мы ее будем провязывать лицевой, далее переснимаем. То есть, если петля была провязана последняя, мы ее переснимаем. Если петля не была провязана последняя, значит, мы ее провязываем как первую петлю. Продолжаем. Так, вот когда у вас вот эта часть будет половина обхвата вашей головы, здесь вот мне нужно вот так вот по две петли вместе, лицевая и изнаночная, я провяжу до конца ряда и закрою все петли, закрою. Можно их оставить, если у вас есть большая шпилька, оставьте их на большой шпильке. Вот
Сейчас я провяжу до конца ряда, и потом я закрою, а вы предположительно оставите на шпильке, потому что нам эти открытые петли потом понадобятся. Еще мы будем за них сшивать, как бы. Вот. Но у меня шпильки нету, мне надо такие все маленькие гаджеты заказать. Инструменты. Так, теперь я закрываю все петли. Вот она, наша половина. Теперь снова берем вспомогательную. Так, вот это. Вот что хочу показать, что это двойное вот такое вот полотно, у которого здесь вот, видите, дырочка, вот она. Вот, а полотно двойное без шва. Значит, беру я снова вспомогательную спицу, ой, нить, и набираю те же самые, точно так же, как в начале видео. Здесь можно включить, я не буду показывать, я просто говорю, что делаем то же самое, что и в начале видео. Я набираю 20 петель вспомогательной спицей и буду вязать основной нитью 5 сантиметров, точно такой же кусочек, как и здесь в начале. Итак, смотрите, девчонки, провязала я точно такую же заготовку, как в начале видео, вот точно такую же, идентичную. Что я теперь делаю? Я беру и продеваю эту часть в нашу дырку. Вот. Это будет неудобно, но нам нужно... Я, когда вязала образец, когда мне эта идея пришла в голову, я сделала эту часть длиннее, и оно очень большие дырки были. Поэтому, девчонки, вот так вот тугенько давайте сделаем красиво. И беру спицу. Видите, я продела в эту дырочку. И точно так же одеваю сейчас эти петли со вспомогательной нити. Вот я одела, теперь точно так же я удалю эту нить. Немного заморочек, но зато потом получается очень хорошо, и на продажу можно, девчонки, на заказ вязать. Получается очень качественно, без никаких швов и без ничего. Так, все, теперь мы важное находим, проверяем, чтобы было как бы изнаночной стороной сложить вовнутрь. Вот. Вот она, наша спица, которую мы одели. Определяем это по вот этой вот ниточке. И теперь точно так же мы их соединяем. Первым делом пересняла первую петлю. Теперь вяжу первую петлю отсюда. То есть задние спицы мы точно так же будем переснимать, а с передней спицы провязывать. Лицевая. Эту переснимаем. Лицевая. Переснимаем. Вот, все. Видите, все, мы захватили. Теперь у нас основная часть уже, как бы, этого тюрбанчика нарисована. Завязываем тоже узелочек здесь. Потом вот эту нить продеваем туда вовнутрь, что, прячем, как бы. И начинаем наше вязание точно так же, как вот эту вот часть мы вяжем. Вот она. Делаем точно то же самое. Вяжем вот этой полой резинкой. Так, тут первая петля у нас провязывается. Далее снимаем. Продолжаем нашу работу до достижения нужного объема головы. То есть вторую половину, чтобы у нас была нужная длина. Так, вот, я довязала до нужной не длины. Вторую часть я распустила те петли, которые были закрыты, и одела на спицу. И сейчас здесь тоже провяжу по 2 петли.
просто соединю. По сути, вы делаете в длину, вяжете точно так же, как и первую часть. То есть две такие половинки. Так, вот она наша повязка, девчонки. Теперь мы берем крючок, складываем вот лицевыми сторонами. Лицевая сторона, вот видите, здесь мы по 2 петли провязали, и вот так вот они выглядят. То есть вот это рубец, это должен быть на изнаночной стороне. И будем брать с каждой спицы по 1 петле и провязывать крючком вместе. Таким образом, сшивая обе детали. Так, половину с одной стороны, половину с другой стороны, чтобы в центре сошлись наши вот эти нитки, чтобы по краям ничего не выглядывало. С этой стороны половина, и теперь с этой стороны половина точно так же, потому что получается, что нитка у нас остается по одной с обеих сторон, и вот как раз вот удобно сшить так, чтобы по краям не было узлов. Продеваем буквально пару стежков. Вот. И еще продену вот эти вот висящие нитки вовнутрь. Вот у меня потерялась одна, видите? Надо ее... О, там затянула, там вытянула. Так, вот эти вот. Ниточки я продену на изнанку. По сути, все. Еще осталось намочить, чтобы выровнять это все дело. Вот такой, видите, нигде шов только у нас на затылке. А здесь нигде у нас не будет продавливаться. Вот здесь вот, как обычно, если изнутри делать шов, он продавливается, и его видно. Вот сейчас я намочу это все дело, и наша повязка готова, девчонки. А я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.